Юные гимнастки из Якутии завоевали 7 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых наград на открытом турнире городов России «Осенняя сказка», который прошел в подмосковном городе Долгопрудный. Самым маленьким участницам 6 лет. Они занимаются в спортивном клубе «Бриллианты Туймады». Он работает уже второй год, и сегодня его посещают 500 девочек. Маленькие гимнастки уже являются победителями и призерами многочисленных соревнований различного уровня, но многие впервые выехали за пределы республики. Окрыленные победой спортсменки готовятся к республиканским соревнованиям. У меня самый сложный элемент это был этюд равновесия, все боковое равновесие. Там девочки были очень сильные, мне там очень понравилось. Это мои первые выездные соревнования. Уехали в Москву, в город Долгопрудный. Я заняла первое место и дальше чуть не расплакалась.